Вот он у нас учебно-тренировочный капот есть, тут вот они вмятинки есть. Вот оно чистое место. Вот я, наверное, буду в теплом свете, а может и в холодном ничего. Иногда бывает в теплом свете более комфортно видно, ну пока что так. Да, все-таки холодный он. По-моему, менее комфортно видно в теплом. Ну, пока вот так в теплом поснимаем, чтобы лучше было видно. Здесь, в принципе, все ровно. Начинаем клеиться. Вот так это все выглядит у нас. И сейчас немножко клей подостынет. Он тут еще вот. Его даже рукой прижимаешь, он мягенький. Подостынет, и будем на отрыв им работать. Я почему по два грибка, одни я буду отрывать, допустим, вот так, обратным молотком, другие мини-лифтером. Посмотрим, что из этого получится. Результат. Значит, попытался я обратным молотком сначала вот таким легким, с легким грузиком. Потом вот таким вот тяжелым, тут очень тяжелый груз, ничего не получается. Я просто взял спиртом, отклеил. И вот сейчас покажу вам, что творится. Полностью выбрал зазор. Не хватает силы практически оторвать. Держатся как сумасшедшие грибы на детали. Хрен оторвешь. Вот уже подтянул прям очень сильно. Вот с таким вот огромным усилием все это отрывается. Так что можно уже сразу сделать вывод, что грибы такие держатся довольно-таки сильно. Ну и вот такие вот шишмари вытянуло. Наверное, миллиметров по 5, наверное, в высоту. Ну, если не по 5, то по 4 миллиметра точно. Вот. А еще раз повторюсь, обратным молотком, вот эти два грибка, вот он, клей видел, ничего не получилось у меня. Вот. Почему? Потому что я попытался дергать, они даже не хотят отрываться. Ну, вот тут чуть видно, я чуть-чуть подергался. Вот они такие. Вот она. Вот здесь и здесь маленькие такие наметочки. И просто их решил отклеить. Я, честно говоря, боялся, что я их сломаю. Очень сильно они тянут. Очень. По сравнению с тем, что у меня было, ну, как бы, я думаю, грибки очень выгодно отличаются в сторону того, что они очень сильно держатся на деталях. Следующий этап я постараюсь вот так, прям тонюсенькой полоской нанести, тонко-тонко, мало клея, и посмотрим эти же грибочки, ну, в данном случае здесь у нас вот уже есть, как бы, длинненький будет вот здесь, этот вот сюда между вот этими вклеюсь, видно тут, да? И посмотрим, как они у нас отстрелятся. То есть первый раз я нанес как бы клея, ну, пожирней, сейчас нанесу тоненькие полосочки и посмотрим, что они вот сделают. Примерно таким образом, если первый раз я наносил вот как с левой стороны жирно клей, то второй раз сейчас вот эти грибки я приклеил вот таким тонюсеньким. Посмотрим, что получится. Так, надеваем. Подтягиваем, насколько возможно. Раз, есть. Опять опускаем, потому что я с натяжкой прям это все делаю.
Ну, этот тест как бы субъективный, но тем не менее, что-то он должен показать. Ну, это видно, плохо приклеилось. Бывает и такое. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Я еще раз этот грибочек переклеил. Видно, он как-то плохо приклеился. Может, там что-то попало, то, что не надо. Вот. Что мы видим? Очень узкая полоска. Вот он, гриб широкий. Когда я приклеивал толстым слоем, вот что у нас получилось. Сейчас я увеличение побольше сделаю, вот в 5 раз. Второй раз, когда тонкой полоской. Вот мы видим. То есть, меняя толщину клея, мы меняем ширину вытяжки. Если тонкой полоской нанести, он практически вот я таким образом, как мы видим, вот я поднимал ребро на детали. Я уже говорил, пробовал. Вытягивает прямо вот такое, как ребрышко, и получается. Вот, ну здесь то же самое. Это имеется в виду. Вот такие грибочки. Здесь просто полоса длиннее, опять же то же самое. Более узкая, как ребрышко получается, и более широкая. Вот. Тем самым, значит, вывод, можно варьировать. Если вам надо поднимать что-то более резкое, более тоненькое, не надо намазывать вот таким вот толстым слоем. Вот, и наоборот, если вам надо поднимать более, как говорится, большую часть, большую площадь, вот, есть смысл, так сказать, толщиной клея, шириной, вот, регулировать. Вот, собственно, такие выводы по двум грибкам первым. Вот они, поехали дальше. Грибочки, это 12 миллиметров, это 9 миллиметров, как мы понимаем, это градовые. Вот так они блестят. Сейчас я попытаюсь снять покрупнее. Вот мы видим, такая как глянцевая поверхность отражается. Вот. При увеличении наводись, резкость не хочет. Там такие они, как, вот, как рисочки на грибочке. Ну, это вот 8 крат увеличения. Не очень оно хочет наводиться. Но вот такая у них поверхность. А вообще, если сейчас переведу вот так посмотреть, то они вот так блестят. Вот как мы видим. Блеск такой у них. Вот такие пятачки. Значит, попробуем опять же. Почему по два? Вот один, допустим, я буду выдергивать мини-лифтером, один буду выдергивать обратным молотком. Ну, вот эти будут обратным молотком, те, которые к нам поближе, мини-лифтером. Опять же, обращаю внимание, почему они вот так вот неровно стоят. У них вот на ногах такие, как артефакты, видны от штамповки, как усики. Их надо будет чуть наждачком шлифануть, потому что, как мы видим, ровно он не хочет стоять, заусенцы. То есть люди не заморачиваются, главное, чтобы работало, вот, а остальное все уже по желанию. Приступим. Приклеил, клей остывает, в принципе, уже остыл. Сейчас попробую вот эти грибочки обратным молоточком дернуть. Эти мини тот же самый результат. Как я не пытался рвать вот этот грибок 12 миллиметров, я его так и не смог оторвать. Поэтому буду отрывать его мини-лифтером. Извиняюсь, не получается. Вот, очень они
туго отрываются. Вот тут у меня как раз. Сейчас посмотрим, что получилось. Вот он результат. Значит, что касаемо здесь, вот пришлось выдергивать мини-лифтером. Ну, одинаковые практически. Здесь вот первый, который вот этот, он выдернул я мини-лифтером, получилось, вернее, не мини-лифтером, а обратным молотком, вот это мини-лифтером. Ну, примерно одно и то же, единственное, так, субъективно, на взгляд, все-таки, после мини-лифтера площадь подъема, как бы овал такой, ореольчик, получился побольше, поширше. От мини-лифтера он как бы потянул более узкое. Ну, условно, если здесь диаметр пятна, ну, к примеру, там, допустим, 10 миллиметров, то здесь миллиметров там 7-8. Ну, это вот, я думаю, будет видно. И теперь я попробую те же грибки, вот здесь и здесь, большой и маленький, опять же, приклеить с очень маленьким количеством клея. То есть первый раз, если я наносил пожирнее, теперь я очень тоненький слой нанесу, чтобы он тоненький, пленка клея была намного тоньше. Ну и, как говорится, все те же и все то же. Отрываем за раз. По щелчкам слышно, что отрываются они с большим напрягом. Ну, в принципе, можно сказать, все то же самое. Вот. Субъективно примерно то же самое получилось. Вот. Что касаемо вот этих грибков, которые были прямоугольничками, то тут явно видно, что где много клея, там более такие они плавные, широкие вмятины. Не вмятины, а металл поднялся. Где тонкий слой клея полосочкой нанесен, оно более такое ребристое и более ярко выраженное. Ну вот, на этом и все. Еще раз повторюсь, что грибки очень мне понравились. Вот эти вот блакплаговые или дохлая крыса, кому как больше нравится. Что касается вот этих грибков, будет время, я сниму обзорчик по этим. Ну, в данном случае надо снимать вот так по фирмам. Это вот грибки фирмы Ansan. Я думаю, надо им отдельное видео посвятить. Вот это другие грибы, вот CarPoint и еще какие-то, не помню. Вот, ход до них дойдет, я сниму. Почему? Потому что долгие видео как бы тяжеловато смотреть. И вот, исходя из этого, надо, чтобы было чуть покороче. Все, всем спасибо за внимание. До новых встреч.